28 октября около 9 часов на 286 километре трассы Сыктывкар-Ухта около поселка Веселый Кут произошло ДТП. По предварительным данным, водитель 1975 года рождения, управляя автомашиной ГАЗ-2747, совершая маневр обгона, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения в зоне дорожного знака, запрещающего обгон, и совершил столкновение с автомашиной «Татра» под управлением водителя 1995 года рождения, двигавшейся во встречном направлении. В результате ДТП оба водителя скончались на месте ДТП. Кроме того, в данном ДТП еще два транспортных средства получили повреждения от груза, перевозимого автомашиной ГАЗ-2747. Берегите себя и своих родных, и не забудьте подписаться.